Сегодня в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии подвели итоги реализации проекта «Формирование современной городской среды». В этом году федеральный бюджет регионам выделил 20 миллиардов рублей. Магаданская область получила более 30 миллионов. К этим средствам добавили 4 миллиона рублей из колымского бюджета. На заседании комиссии губернатор Владимир Печеный отметил, что накануне президент России Владимир Путин на форуме малых городов в Коломне заявил, что из федерального бюджета в этом году будет дополнительно выделено на поддержку программы формирования современной городской среды еще 5 миллиардов рублей. В 2017 году 9 муниципальных образований Магаданской области были включены в программу формирования комфортной городской среды. Благодаря ей преобразились многие населенные пункты. Заасфальтированы, освещены дворы и улицы, установлены детские городки, посажены деревья и кустарники. Финансирование программы в этом году сохранится в прежнем объеме. На эти средства в Магадане будут отремонтированы дворы в 7 домах по проспекту Карла Маркса, 2 двора по улице Болдырева. В проект включен сквер «Колымское братство» по улице Парковой, сквер в районе дома номер 63 по проспекту Карла Маркса и территория возле магазина «Северное сияние», а также участки в районе переулка Школьный и поселке Сокол.